Всем добрый день. Телефон Samsung J320. J3 он 16-18 года. У него не работает кнопка включения. Вот сейчас я его выключил. А он у нас даже сам включается. Ну ладно, включился. У него не работает кнопка включения. Присутствует ощущение нажатия кнопки, но кнопка не реагирует на включение-выключение. Нет реакции никакой. Значит, смотрите, можно просто... Так, в общем, разбирать его не вариант. Ввиду того, что дисплей здесь надо отклеивать, чтобы разобрать аппарат, чтобы добраться до кнопки, нужно отклеить дисплей. Дисплей на него дорогой, оригинальный, больше 3000 стоит. Поэтому попробуем его сделать, не разбирая. Ну, у меня, в общем, получилось. У вас тоже может получиться. Берем спиртик вот на кончик лопатки и вот сюда в кнопку, просто в прощельную кнопки спиртика чуть-чуть добавляем. Можно не бояться за то, что спирт попадет под экран, под подсветку. Здесь дисплея матрица AMOLED, тут у него подсветки нет как таковой. Вот. Кнопку я сделал, но она у меня провалилась просто. Вот после спиртика, прям я из нескольких подходов спиртик сюда, несколько капелек подождал, но желательно, конечно, держать вот как-то наискосок боком, чтобы спирт под воздействием гравитации сам туда протекал до самой кнопки. Если туда не помогает, вот здесь есть лючок, открываем лючок. И вот с краешку, ну, шлейф можно не отсоединять. Вот в уголок, вот здесь, тоже можно капельку спирта. Пробовал я ВД-шку, ВД-шкой не помогло. Спирт у меня сразу начал, после спирта кнопка сразу начала работать. Вот она даже сейчас работает. Все, начала работать. До этого вообще я нажимал. Сотню нажатий делал и сильно нажимал, все бесполезно. После спирта кнопка благополучно заработала и телефон не пришлось разбирать. Но у меня возникла еще одна проблема. Резина в кнопке развалилась. Возможно, конечно, от того, что я ВД-шку туда капельку капнул. Хотя до этого пробовал, все было нормально на других телефонах. Резина была уже на пределе, старость уже пришла у резины. Вот кнопочку я вытаскиваю, я ее уже вытягивал, сейчас я покажу. Вот так аккуратно ее резачком я потихонечку вытаскиваю. Не напрягать только сильно кнопку, рядом дисплей, хотя он по ту сторону металлического корпуса, который внутри основной. Все, вот она у нас кнопка. Кнопка сейчас нажимается четко. Ощущение нажатия прям четко у кнопки. Она не провалена, ничего. Вот этот толкатель нам надо будет допилить. Он у нас провалился просто. Резина здесь уже рассыпалась. Я ее вытаскивал и резину изнутри вытащил всю. То есть вот здесь была резина. Я ее полностью вытащил и в кнопке получилась как пустота. Кнопка пустотелая. На видео это плохо видно. Сейчас мы попытаемся сделать толкатель из пластика. Вот карточки кусочек сейчас будем вырезать и внутрь вклеивать, заполнять вот эту пустоту материалом из карточки пластиком. И потом к пластику приклеим уже толкатель. Ну, как он, толкатель такой, чуть-чуть возвышенность пластиковая будет, которая будет нажимать на саму кнопочку, а то если вровень это все заклеить, на кнопку просто не нажмется. И еще вот здесь кнопка должна быть стороной, сейчас покажу. Вот так ее надо вставлять. Вот здесь два пластиковых выступа, вот который побольше, это кверху телефона, который поменьше, к низу. И смотреть, ровно по центру должен быть этот выступ.
Вот, вот так сравниваем, где сама кнопочка. И смотрим, где должен быть выступ. Он должен ровно посередине быть. Так, кто-то звонит. Выключаем. Сейчас пробуем. Пас у кнопки, которую мы освободили, вытащили оттуда резину. Вот этот пас, он имеет форму чуть-чуть заостренную. Заостренную форму. Вот теперь. Теперь можно вплавить ее чуть аккуратно. Или вклеить, или вплавить. Сейчас я ее немножко клеек капну. Чуть-чуть вклею и еще сверху. Вплавим. Все, заполнили. Паз кнопки заполнили, вклеили. Теперь уже к этому пластику будем и к кнопке, и к пластику припаяем уже кусочек от той же карты возьмем. И вот этот квадратик нам надо будет вот так. Вот так и припаять. Обработал чуть-чуть надфилем. Выглядит, конечно, не очень красиво, но зато все крепко припаяно. Придется нам ушко это спилить, которое выпирает немного. У нас кнопка не влезет с этим ушком. До того, как мы паяли, она влазила. Наискосок могли вставить кнопку. Сейчас теперь кнопку. Все. Теперь отлично она работает. И ощущение нажатия присутствует. Осталось теперь кнопку, ну, наверное, попробуем зафиксировать ее. Сейчас вытащим опять и двойным скотчем зафиксируем ее. Она, кстати, там держится, вываливаться не норовит, ну, просто видите, она наискосок. Вот так она. Раньше резина ее держала, сейчас она может наискосок вытащить. Ну, вытащить ее тяжело. Выскочить все-таки можно, чтобы ее не потерять. Придется нам ее снова вынуть. Но уже мне не получается ее вытащить. То, что мы напаяли, оно немного как бы держит в корпусе. Вот так все вытаскиваем. Главное не попутать стороной, другой стороной кнопку. Верх кнопки надо запомнить, где верх кнопки. Не надо путать. Вот теперь мы ее окутываем полосочкой скотча двойного. Вот так. Нижнюю часть кнопки окутали скотчем. И теперь он у нас клейкий.
И теперь вставляю. Вот, все, теперь все работает. И ощущение нажатия присутствует, и кнопка держится. Ну, на этом все. Получилось, конечно, по-колхозному, но зато мы не рисковали экраном. Не боялись, что экран у нас сломается, просто вынули кнопку, сделали. Колхоз, но зато работает. На этом все. Всем, кому помогло, ставьте лайк. До скорых встреч.